Рэйчел, храм. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Не вини себя. Ну ничего. Это мне урок. Вернусь и перепишу программу. Целус переродится. Ты не согласна? Не веришь мне? Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? Почва просела. После толчков. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Запустите генератор, найдите топливо, обыщите руины. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так, ничего. Черт, целая гора фейерверков. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Кинг, всем позывным. Меня слышно? Прием. Такое чувство, что даже иракцы не знали про это место. Так, что-то там еще было. Найден секрет. Судя по этому письму, рабочих, которые вели раскопки в этом месте, напугали слухи о демонах в этой местности. Мы боялись этих гор. Я понимаю их. Это 46-й год, письмо. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Так, что-то там еще было, светилось. Где-то я видел. В центре в курсе нашего положения. Надеюсь, пилоты донесли. Если кто-то из них выжил. Видишь, как быстро завалили дверь? Дверь. Не
не знаю, как я мог так ошибиться. Проклятие Аккада. Храм должен был задобрить богов. Найден секрет. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Так, еще где-то здесь светилось что-то. Пригодится. Такую громадину должны были найти давным-давно. Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Посвети на бак. О, черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Скотч же был. Мы видели скотч на столе. Готово? Готово. Мы можем поговорить? Не знаю. Смотря о чем. На базе ты обещала, что мы скоро поговорим. А здесь сейчас мы с тобой одни. Ужасное свидание. Ты привел нас в какую-то дыру. Ха, да, как так вышло? Отзывы хорошие. Стой, погоди-ка. Я заклеила течь. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Рэйчел. Мы позволили друг другу отдохнуть, и этот разрыв. Смотри, как он помог нашим карьерам. Ты теперь старший офицер ЦРУ, а я... Целус может изменить всю эту войну. Да, если начнет работать. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Больше похоже на отмазку, а не на извинение.
Это правда, вот и все. Херня. Ты даже не знал, заработает ли Целус. Рейч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Может, еще есть надежда? Должно сработать. Запускай. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Посмотрим все. Джейсон, песчаные пещеры. Бля. Так. 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 Давай перелезем. Лучше в обход. Так, давай напрямую попробуем. Иди. Напрямую. Рэйчел, храм. Идем. Изучите магнитофон. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправим. Ты все-таки еще носишь кольцо. А твоего я не вижу. Рядом с сердцем. Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Ну, пусть будет так. Чё врать-то? Хватит, Эрик. Я знал. Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг.
Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй! Черт! Джейсон, песчаные пещеры. Песчаные пещеры. Прикрой. Что за херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Ник. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Кинг. Это главный ястреб 2-1. Повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно? Блядь. Эрик, расселена. Тут все всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. Ну. Ти-ти-ти-ти-ти. Ой-ой-ой. Помоги! Перестань дергаться! Так. Хватайся за что-нибудь! Но за что? Я не вижу! Ну же! Черт, Рэйчел, не дергайся! Прости, Рэйчел! Как прости? Прости. Какой прости? Давай тяни. Ты что делаешь-то? Зачем? А зачем? Зачем вы мне это предложили? Я не понимаю. Надо было не резать или я что-то не понял? В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Бедная Рэйчел, она сгинула во мраке. Узы, которые казались нерушимыми, ныне разрезаны. Сердце всегда сдается первым. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк?
Осмелюсь напомнить, что тьма уже забрала у них капрала Мёрвина, а до утра так далеко. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших. В плену у бездны, в ловушке под землей. Один за другим их огни будут гаснуть, если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Давайте совет нам. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долог путь безмерно тяжек от преисподней к свету. Это все пока что.